продолжение рубрики «Ремонт дороги Криворог-Днепр». Где-то в районе 70-75 километров от Кривого Рога. Сегодня у нас 26 ноября 2020 года. Вот ремонт идет полным ходом. Тут обочину делают, все погребали. Правая полоса закрыта, пока можно только ехать по левой. По встречной получается. Техники что-то делают, ложат новый асфальт, смотрите. Ориентир Преображенка. Перекресток делать. Новые столбы поставили.